играть с командой или в соло? Я задался именно этим вопросом в этом ролике. Сегодня я сыграю 15 каток без команды, без людей, с которыми я знаком. Возможно, у меня появятся новые друзья, а возможно, я не выиграю ни одной игры. Насколько мне будет сложно или легко, мы сейчас посмотрим. Спасибо каждому за лайк. Ваша поддержка помогает продвинуться ролику в рекомендации. Приступаем. Первая игра на сегодня. The Mirage. Игра на плюс 24 элла. Hello, team. Hello, my team. Market. Bad jungle. Last kitchen. What the fuck? Smoke, say. Oh, jungle. Behind smoke. Oh. Why are you going alone? I don't understand. Why can't you play with the team? Вторая игра после неприятного поражения будет снова на Мираже, но уже на 25 элла. Wow! Nice try. Great smoke, yeah. Short. Under palace. Good game, guys. Good luck. Третья игра на Дасте. Спойлер. Следующие 6 игр будут на Мираже. Увы, это самая популярная карта на пик. И в нее лучше всего играть, и самое главное, легче. Катка на 25 элла. What are you playing, guys? I play long, brother. Okay, can I play with you? Yeah! Oh. Together, together, you are team, you are team, no. What a knife, bro. Бля, я думал, я один их двое. Черт, черт, пул. What? What the fuck? What the fuck? Yeah, tunnel on middle, what the fuck? Short, short, last short, mask. Давай, брат, не волнуйся. Ты так волнуешься. Nice, last long. Nice, defuse. Nice, nice throw, nice throw. Yeah? Это забей. Четвертая игра после очередного проигрыша в близкой игре на допах вызывает странные эмоции, потраченного времени впустую. Но можно себя утешить, что игра была интересной. Катка также на 25 элла. Мид запушил слева. Ну, я был с первой, да. Ай-яй-яй, что это было? Блять, Б вышел, спину пушит, топит. Я иду шорт. Давай. Один стейрс. Сверху на какой? Хороший орел. Ай-яй, у меня игра заела. Серу зафризил. Найс. Яма бегут, яма бегут. Яма. Яма. Найс. Я говорю, следи с дефы, братан.
Спасибо за команду. Давайте, удачи. Пятая игра на Мираже. Ничего необычного, просто на 25 элло. Это пол. Как хорошо вы сыграли, ребятки. Так, добавьте Мусису, я Мусиса добавлю. Шестая игра нас не удивляет картой, но элло за победу дадут всего 23. И это самое худшее количество элло за весь выпуск. Хорош, бразер. Ой-ой-ой-ой-ой. Шарлан. Он битый, битый. Спасибо за игру, чуваки. Эрик, можно развести тебя, пожалуйста? Хорош. Седьмая игра. Извиняюсь за выключенную камеру, она уехала заряжаться. Но как назло, моментов было куча. Могу предположить, что у меня комп тут не самый сильный, и отключенная камера дает буст к плавности игры. Два там. Хорош. Хорош. Эрик, ты что подплавил опять? Хорош. Эрик, слушай. Гений. Спасибо за игру, пацаны. Добавьтесь все. Спасибо за игру. Да, давайте. Идем. Девятая игра радует, что это последний мираж на некоторое время. Но там будут огромнейшие сложности, которые вы сейчас увидите. Игра на 25 элло. Черт. Спасибо за игру, ребята. Спасибо за игру. Ну, без проигрышей тоже нельзя, поэтому все в порядке. Прямо сейчас я на сайте GGDrop, и я доволен, что ребята работают. Они сделали свой ивент. Это Дикий Запад. А самое интересное, лучшие кейсы за большими скидками. Я тут первый. Давайте откроем мой кейс, шок, и получим прямо сейчас бог червей. Нет, Зиги. Что такое Wild Event? Стрельбище. У вас 6500... поинтов. За каждый депозит ты получаешь тир поинты. Чем лучше оружие, тем выше шанс на крутой скин. Выбирай мишень, стреляй и забирай крутые скины. Так, у меня 6500 тир поинтов. Давайте я куплю 5 патрон и стрельну в мишень. No price. Давайте еще раз. Ага. Уф, уф, уф. 68 рублей. Слушайте, ну давайте вулкан. Уф. Уф. Я прямо сейчас заработал 2000 рублей. Ссылка на GGDrop есть в описании. Ребята, красавчики, делают классные фичи. Лучше, чем Valve. Ну а мы идем дальше. Десятая игра. Не знаю, с чем это связано. Возможно, играть в другие карты было ошибкой. Но за первые 30 секунд вы поймете, какой у нас будет счет на всю игру. Да, это спойлер, но не такой критичный. Игра на 25 элло. Давай на пиржок. На первый пиржок. Раз, два, три. Не, давай подальше, давай подальше. На второй. Еще раз. А, окей, давай. Да на первый сразу, на первый. Давай. Не-не, я не встал, я не встал, я не встал. Подо тебе-то зачем вставать? Ты встал вообще? Синяя, как нам пусто делать, научи. Вышел, вышел с окна.
Убили. Молодцы. Хорош в лейзе. Двое сити. Двое сити. Все еще. Хорош. Это Б. Это вроде бы. Тильт, это прям было очень плохо. 11-я игра на Vertigo. Господи, впервые говорю такие новые слова. Выиграю или проиграю, уже без разницы. Главное, что смена карты случилась на менее попсовую. Игра на 25 элло. Близко. Давай обратно. Кинь флэ. Спасибо. Давайте удачи. 12-я игра даст большее количество элла за все игры. И к тому же она не на мираже. Что может быть лучше? Найс. Last Goose, I think. Висок. Найс. Найс. Хороший раунд, да, ребята? Шорт прошли. Нет, ни про кто не прошел. Да, еще не прошел. One short, close. One more, Зая. Найс. Найс. We have bot. Он вышел во время игры. Бот нас ведет правильно, давайте. Бот не сыт нихуя. Хорош, бразер. Мы будем героями сыграем. Let's go, guys. We can win. Nice. О, черт. Ой, боже мой, что за игра? Блин. Dance pool. Ужас какой. I flash. Oh, nice. One B. Очень близко будет. Ой-ой-ой. Nice. How? Well done, guys. Боже. О, господи, какая же долгая катка. Боже, да, спасибо тебе, чувак, что сыграл с нами. Давайте удачи. 13-я игра не ушла далеко по количеству элла. Дает она 26 или отнимет 24. Игра будет очень похожа на прошлую игру. И да, это последний мираж на сегодня. Можно выдыхать. Nice one, guys. Серьезно, раунд. Wait for my orange. I'm ready. 1, 2, 3. Ай, Форест, one more, Форест. Найс. 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 Эрик, распишись, пожалуйста, всю игру. Открой профиль. А вообще, давайте на экс пойдем просто. Кстати говоря, на Vertigo у меня 50% винрейта. На Мираже 61, а на Тасте 52. Ну а эта катка на 25 элло. Прайм. Да не протянул. Last low HP, low HP, low. Блядь.
Найс! Я разошелся. Бежим. Последняя игра на сегодня. Всеми любимая стройка и стабильные 25 элла. Сейчас 3 часа ночи, и желание отправить ролик на монтаж зашкаливает. Let's go.